меня подъезжать, Мишк! Давай я тебе сыплюсь, блядь. Давай. И поедем с тобой. Вот твоя запчасть. 1376. А клад твой? Ну как, клад. Сейчас с нами поедет Михаил. Сыпется. У него там ремень полетел. Наверное, в запасе у него с собой нет такого. На базе есть. Машину запишем. Что она у нас третья за сегодня. И надо Мишке дверь открыть. Что там? Ремень на 1000. И поехали. 1376. Какой без присмотра, блядь. Да, сворует его, да? А вот эти что, не посмотрит на него? У тебя курит? Нет, нет. Курит, конечно. Я сам люблю подышать дымом. Чужим. И я на халяву курю. Не, я так вот, ты запуивай. Да. Ну, шеф там? Да. Я тут не дохуя остался. Чё он плачет? А? Чё он плачет, шеф? А чё он? Ну она и там такая же, она везде зеленая. Не, я привез же по суше. Да? Наверное, вот что ж до обеда намолотили. Угу. Еще, наверное, с росой было, блядь. Ну она везде с травой. Сейчас будем на второй пиликать на дороге. А третий не повезет? Нет. Треть пустую эту гоняю. На третий с одним бункером, с Доновским, еще можно проехать. А так нет. А мне еще ребят пишут, говорят, а что, говорят, без прицепов, говорят, ездите. К МАЗу прицеп зацепить, а прикинь? А-а-а. Был у меня мотор восьмерка, я понимаю, блядь. Ему бы пизды было бы. А чё он шестерка с этой? Он в поле, блядь, с прицепом, я не знаю, он на первой, блядь. Троф захуеет. С прицепом только. Не, есть, знаете, мазы, прицепки. Они такие коротенькие такие, блядь, аккуратные. Ну, по ним на асфальтах есть с ним, блядь, с этим прицепом. А в поле это хуйка. Замученный дорогой я выбился из сил, в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Путь как дома путь, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коли желаешь, расскажу.
желаешь, расскажу. Коли желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом. Лесник сидел напротив, болтал о том, о всем, что нет среди животных. У старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Будь как дома путник, я ни в чем не откажу. Множество историй, коли желаешь, расскажу. Коли желаешь, расскажу. Коли желаешь, расскажу. Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес. Путь как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коли желаешь, расскажу. Коли желаешь, расскажу. Коли желаешь, расскажу. Мы приехали к твоему кормильцу. Да ебал такого, кормишься нахуй. Сигарет забери. Сигарет забрал бы, Я не курю. А я не курю. Так. Как тут интересно все. Смотреть, когда компаньон ебется, да? Все? Все, надо еще отпускать, блядь, все. Ну, датчик как не работает? Хуй, нет, не датчик, надо ремень, наверное, вон тут подтягивать, блядь. Пойду-ка я схожу. Поссать, что ли? По нужде. Посрать? Какие еще виды нужды ты знаешь? Никаких, конечно. У тебя больше никаких потребностей нету? Я. Кто ёбнул? Кто? Натяжитель. Я не видел. Но он стоит в ремне, нет? Нет. Он должен стоять? Ну, конечно. Мне его подержать? Ну, чуть-чуть, если можно, блядь, сейчас. Затяну просто. Бля, пиздец, устал, нахуй. Не, я тебе помогаю. Thank you.
Конструкторы Россельмаш позаботились о удобстве эксплуатации данной машины. Заботиться, блядь. Ты разве не чувствуешь заботу о комбайнере? Особенно обмишки, блядь. Обмишки не в первую очередь подумали. Как он будет ебаться в поле, блядь, да? Ну, они предусмотрели, что ты будешь стоять на коленках, что тебе будет удобно вполне крутить. Тебе полезно, блядь. А что такое? Как много тут всего крутится и вертится. И за всем надо смотреть. Блядь. За всем надо смотреть. И главное, с кабины как это еще сделать. Хуё знать, Серёга. Я вот ему не предложу. Я тоже. У тебя уж лак прослаб, слышь, Жень, болтается. Да отъебись, блядь, съебал. Че он там, натянулся? Натянулся. Пошла, Мишка. Самая натяжка пошла. Ты смотришь, где, блядь? Ну а какая разница? Везде на верхней полке, где ебутся волки. Хорош ты, блядь. Завтра еще пойти. А ты улетит нахуй. О, нормально, будет еще. Тебе Наташка сообщила, что у тебя ремень развалился? Да. Да? А как она тебе сказала? Михаил! Михаил, вылези, пожалуйста. У тебя, блядь, ремень слетел, блядь. Я вылез, блядь. А тут все в кучу, блядь. Все в кучу? Да, чё? Этот ремень тоже пиздой накрылся? Слава богу, нет. А, я думаю, тоже другой. Да, наверное, так. А, наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, через верх. Наверное, да. Так ты хуй натянь. А это надо вниз надо натянуть. Да не, а как он давит пружину туда же. Что давит? Давит хуя. Мне кажется, ты ничего, ты не то делаешь. Да, блядь, он зацепился, нахуй. Отъебись. Блядь, конечно, не так. Ты теперь не так. Я ж тебе подсказываю. Подсказываешь, блядь. Я а что, а может я... вот это тоже прижимать? Да, да, да. Вот это, да, низ? Ага. Ну. А я один, блядь, изо всех. Ебусь, блядь. Отдуваешься. Да. Так, Серёг. Ну, чего мне? У тебя получится. Ещё чуть-чуть ослабь. Ух ты, сука! Больно! Ты чего орёшь? Ты всего лишь муха. Сыкотуха. Сыкотуха, блядь. Натягивай. Позолоченное брюхо, блядь. Муха. О, пуля пошла, муха. Чего пуль добьёт тебя, да? Отъебись от меня. Он меня заебал. Этот, блядь, 530-й. Я его... Так, Сергей. Да. Держи бодрей. Фу, бодрей, блядь. Сергей. А ты человек-паук. Человек-невидимка, блядь. А это чем? Поднатянуть. Ты думаешь, что это? Стоит, блядь. Я же не хвалю, блядь. Ну, блядь, надо ослаблять вот эту хуйню. Дай там на 22-24. Или где? Бля, подожди, а что я делаю? А, ну тут и... А, еще есть, блядь, чуть-чуть. Я думаю, не стоит сегодня. Сегодня стоит, можно доесть. Стоит, блядь. Мне он... сегодня надо доесть. Из-за этого он и пищит, ёпта. У тебя не комбай лопается, ты погляди нахуй, и встречных. Да хуй с ним, дай мне этот, этих, блядь. Где? Ну там, в кабинке, блядь. На 24? Да.
Кажется, на 22. Ну дай на 22. Не, на 24 сказал. Пожалуйста. Ты на 24 сказал? Ну 22-24, да. Я даже такой ключ нашел. Хуй с ним, блядь. Крутить руку, блядь. Ня-ня-ня-ня-ня. Фу, блядь. Еще раз. Ты скажешь, фу, блядь, на мой комбайн. Ты ведь не там трогаешь ремень. Ты не учи папу ебаться, сынок. Ты пока был, блядь, в пеленках, я уже... Ты был пока с горошиной, я уже ебался по-хорошему. Мне трудно двериться. У нас с тобой разница на 4 года. Ну, ты говоришь, я в 4 года уже садил, ого, какие-нибудь. Женщин? Воспитательница, наверное, в саду, да? Здесь кто-то сосал один хуй. Уйди, блядь! Тю. Так все болит, нахуй. Нахуй? Ты как лопает с комбайн, ты видел? Да и хуй с него. Смотри. Ты сам сказал, его на следующий. Его спишь на следующий хуй? Ты сам сказал. Ну да, конечно. Во, а там дырка тоже, блядь. О. Не. О, бля. Вот это что? Да. Нет. Или технологическое отверстие. Нет, мелочь, нахуй. Чтоб продувка была. Да. Ну, отключенное место положить, откуда я его взял. Я не понял, и кто тут косички выбирает? Я опять что-то говорю? На тебя. Я им, блядь, убью нахуй. Волки подсорные, блядь. У меня нервы, блядь, не в порядке уже. Починился, а у меня сел аккумулятор, пришлось заменить.
Вернулись мы с 4-го рейса. Время у нас 5 часов вечера. Михаил опять что-то стоит. Рядом с ним дядя Фея. Что-то не в порядке с комбайном, видать. Ну, меня. А? Что случилось? Хуйня тут. Хуйня, полкомбайна разобрал. Охуеть. Нихуя ролик. Да хуйня, какой у него хуй весь. Да, он уж привык его таскать. Мишка, ты сам так ремень обрезал? Да. А зачем? Пиздай. Чего это поле заебало? Что случилось-то? Комбайн ломается. Че? О, легче. Сегмент клепали. А у Мишки что? Во, ремень. Ремень имелся? Да. Ну, тут 6, блядь. От него осталось 4. 4 хуйня и 4 вслоились нахуй. Блять, ёбаный в рот. Только за ремнем съездили задним, теперь еще один. А такого, конечно, в запасе нет у нас, да? Нет. А стоит он 11 тысяч. Да ладно, в пизду это он привез за 4 тысячи, блядь. На день хватило. За лук, блядь. Да? Ты уже уменял, да, Миш? Да вот так, блядь, вот так уменял. А, ну вот про него ты говорил, да, шестиручевый. Ты ничего не говорил, надо что-то с этим шестиручевым делать, Миш, все. Ты не про него? Блядь. Дядь Федь, там вот по лесе полные, ты как? Поехал я. Да? Ну ладно, ну давай. Ну ты приезжай. Только от неба отъехал, ёпта мою мать, одну секунду. Да? С ним стояли сегменты. Ну вот он тебе... Тебе что, подсобить, Миш? Ну тут, блядь, кишки нахуй ебать в рот. Миш, а это этот ролик, из которого поле загорелось? А? Вон тот. А, вон тот, еще один, да? Который тоже 6, да? Да. Давай, Миш, беседуй. Ты сам сказал, давай побеседуем. Вот давай для чистоты эксперимента посчитаем, сколько лопин на этой стороне у комбайна. Раз. Два. Два. Ой, всего было 3. Мишка, а вот это тоже лопина, Мишка? Вот нет. Тут краска вот вздулась. Да, наверное. Ладно, не будем считать. 3. Пойдем дальше. Вот тут вот пытаюсь варить 4. 4. Вон там вот их рамка. 5. Здесь вот прям сразу 6. Вот там чуть повыше 7. 7. 7. Михаил, 7. А. Вот большая 8. 8 лопины считали пока что. Вот здесь вот охеренная лопина 9. Пока 9, Мишка. Ну где тут, думаю, за маслом еще не видать. А с той стороны? Серега, а теперь найди там эту. Где? В этой коробке найди мне гравер. Нет, на 8. Ой, на 10, гаечку. Есть.
Я полезен тебе, Михаил. Да, с тобой дело идет даже быстрее. Мне ничего себе, я по локоть, блядь, в руки испачкал. Куда вот его, блядь? О, политики так и похожи. Похоже, что нихуя. Ну, он немножко придавлен туда. Сейчас я камеру выключу. Сейчас я тебе скажу, я тебе отдам сейчас, блядь. 10 и 20, блядь. Не, ну палец-то мы ставили с тобой? Да пальцы мне нахуй был не нужен. Во, блядь, то, что ебукал его. Все? Спускаемся? Да, спускайся. Все это поставим в офисе. Блин, ты порежь еще. Переходим. О, не все еще, секрет. А что еще? А на 8 болтик откуда был? С Болеона, блядь. Не? Да. А ты полный мешк? Ага, блядь. Кофе сыпаться, пошел, говорю. Да посмотри, блядь. Ну я тут, блядь, ворочи. Я бы чудок все в кучу собрал, Серега. Ты прям вовремя, да? Бля, правда тебе говорю, давайте как-то дальше надо. Все вовремя, все в кучу. А там уже лохмушки хвали, да? Да все, они вон, они же все разовом, весь разошелся. Сейчас бы это пизда, бля. Бля, на 13 там лежит, а вот. Все, пиздец, бля. Ну ты не сгрузился, да, ему? Сгрузился, че? Грузился, Ро? Да, че, я вот не стою. Стоит. Что по лесу стоит, интересно. Осталось-то убирать, бляха, муха, херня. Успеем до вечера. Хотя уже вечер, сколько времени? Я приехал, было 5. Ух, ёпти, уже, блядь, 20 минут седьмого.
Ножик? Бля, я не знаю, я кого-то кинул, блядь, Федь. Давай завтра. Я его вот туда в окно кинул, он где-то на пол упал. Сейчас ты куда везешь? На вес. Туда, на вторую базу? Да. К черному складу. Понял. Первые. Крайний пролет. Низкий самый. Низкий, да. Зелень самый, да? Ну, он сказал, вот туда. Тут уже все самое. Больше двух буртов. Как всем пойдешь, поставить машину. Больше двух буртов, короче, делать не будут. Что, дружба, все, пиздец, больше нет, да? А, блин! Да? Миш! Фу на него, блядь! Блядь! Да, участок самая зеленка началась. Здесь мрак, там вообще... Зелень сплошная. Сейчас первый выгруз после Мишкиного ремонта. Акрысы. Что-то сейчас Леха на акрыс уже встал, что буковой открыл. В общем, везти дядь Федь сказал на вторую базу. Акрыс 530. Лешка. Время 7 часов вечера. Да, столько я прождал. Свой. Надо записать. Пятый автомобиль после ремонта Мишки, после сгружания аддона. В общем, от поля там ни хера не остается. Наверное, когда я приеду, она будет уже практически добита или уже загружена. Но ребят загруживают треугольник самый сорный, самый зеленый, который в том году, кто смотрел, я с Олегом Леонидовичем катался. Он один его выкружил, так как поле все было чистое. Жильца была хорошая, здесь очень хорошая. Урожай здесь был намного больше, чем в этом. Сегодня. Или тут ячмень был хороший. Да, здесь ячмень был. Не пшеница, ячмень. Ну, в общем, сегодня здесь шлак полнейший. Пол поля херней полную. Заросший. И, в общем, сейчас они выгружат. Не знаю, наверное, на 155 вот через дорогу переедут, которую мы хотели молотить до этого. Посмотрим. Везем на вторую базу, как велел дядь Федя, а ему велел начальник. Бежит Олежек. Сегодня он дежурит охранником. Блять! Давай две полосы, он сказал. Куда? Туди давай, туди. Куда туда? Вперед, Серег. Ты что ее разбрасывай? Две полосы, дотаскайте. Он сказал две полосы. А на поле сейчас кончится. А? На поле сейчас кончится. Ну давай вперед, все равно начнем. Зачем назад? Ну мне что, сейчас туда ехать назад? А? Туда ехать? А зачем назад? Давай туда. Только ты сейчас сюда сдал, а ты чуть-чуть вот. А что она здесь сейчас будет? Да мне-то еще лучше. Здесь как-никак повыше, бля. Я поймал бордюр, помял диск. Выплате отказали. Сказали, что диск – это расходники. Спрашивают правоверные, что мне делать? Это Максим из... Ну, они добили поле.
чуть не влез. Что это такое, Олег? Мне трава нужна была, чтобы пробить, они так все пожрали, ё-моё. Пиздец. А шнек зеленый, блядь. Сок пошел. Э, а ты мне сок случайно не сгрузил, блядь, в это? Нашел запас 4-ручневый имеет, блядь. Вначале, блядь, когда страшно. А сейчас хуй скажу. Нихуя. Одним больше, другим меньше, блядь. Он забил. Ты все, порой. Все. Олег, не включай ничего. Подними. Дай, заглотите, правда. Ему скучно, хули, он хочет, наверное, поебаться. Да нет, с этим не приходится. Вот здесь такой маленький. Охуел совсем, блядь. Берг, ты что сделал? Ты охуел? Ты охуел? Что, забил, да, Олег? А кто? Я тебе говорю, забил вот ты ему таким кусочком. Я там гавкнул, блядь. Подбери, Олег! Подбери! Ну, бля, подбери ее. Ну подбери! Ну вы куда сейчас поедете? На 155? Домой! Домой? Миш, куда сейчас едем? Домой? Стоим. Да, все. Рано сегодня. Так, прибыл я на базу. Прибыли дисковщики. Блять, ну вы, Сергей, даете. Да ты, бля, позже меня приехал. Чего? Ты что, блядь? Ну мы приехали в Восток работать. Ты вон как равняешь, бля. В 7, бля. Спали, нахуй, Иваныч, на выходной дом. Дискатор опусти. Дискатор опусти. Не стал, а то он всю ночь будет пугать Кольку, опускаться будет. Че? Дискатор опусти, а то будет всю ночь скрипеть. От него? А чё ж нашел? Ну опять диск нахуй летел вместе с тупиком. Во, блядь. Вот это ты, блядь, горцуешь, нахуй. Опять переставлял? С края? Да, он сзади снял их много. Сегодня один лазер подтянет, там еще один на диск не дыра. Эху подтянет. Надо хуйню прибавить. Так, друзья. На сегодня все. В общем, все жалеют сейчас. Начальник жалеет.
Строчат, говорят, что не опрыскивали гербицидами как следует. А именно как следует перед началом уборки. Когда тут нанимали самолет. В принципе, здесь вот около деревни пробрызгали, где мы сейчас работали. Ну и вот здесь эти поля не получилось. Побоялись то, что... Ну, правда, так она, в принципе, выходит. То, что около деревни, у кого пчел, у кого еще что можно потравить. Вот теперь уже планируют брать еще опрыскиватели, чтобы работать самим гербицидами. Потому что эта зелень мешает. Ну все, друзья, на сегодня все. Увидимся завтра. Всем спасибо. Всем спокойной ночи. Пока. Соревнования по боям без правил. В финале остается русский и американец. Подходит тренер к русскому и говорит: у американца смертельный захват. Если попадешь в него, сразу сдавайся. Ну, начинается бой. Американец сразу хватает русского смертельный захват. Ну и тренер разворачивается и уходит. Через минуту слышит гимн России. Тот подбегает к своему спортсмену и говорит: ты как, захват выбрался? Ну, тот говорит: как, говорит. Схватил он меня, смотрю, тут рука, а тут яйца. Ну, чем черт не шутит. Взял и укусил. Ты не представляешь, на что способен человек, укусивший себя за яйца.